Маринин. А ты хочешь опять меня это? За две недели, во-первых, вот этот танго, там сколько, три с чем-то, да? Тема для нас безумно сложная. Да, точно. Потому что, в принципе, сама тема подразумевает некую танцевальность. У нас больше, так, скажем так, присуща нам широта и раскатистость. Стой ты на этой ноге и поворачивайся. Стой, держи ногу, поворачивайся. Я боюсь этого. Все. И веди ее, веди. Да крутись. Тихо. Максим, Максим ужасный, он в гневе такой страшный. Это просто нереально. Прости, у меня все меня, трясется. Ужас какой-то. Вообще, я даже не узнаю твое доброе сердце. И где? Безусловно, иногда я начинаю бояться, когда я понимаю, что все дело неправильно. А с другой стороны, любая похвала, она мне наоборот подхлёстывает и подстегивает к новому результату и наоборот дает уверенность в себе. Но в то же время опять вот эта гармония, она вот бесконечно важна, что было и то, и другое. Поэтому вот, я думаю, что эта гармония нашлась. Ну, мы придем к гармонии когда-нибудь. Настя и Максим свою гармонию будут демонстрировать под музыку Теофила Шантре «Кретша и Су» в исполнении Сезария и Воры. Os pontos de luz, dos pontos da bolha, sol despontar de manhãzinha, é denominar esbocarinha, carinha de santa, santa certa. Pontos de luz, dos pontos da bolha, que vos pia passei, toca chumbar secreti, que vos pia pamar, porque veja a bolha, seu te estrela, se mamar. Ser secretivo, esse mundo é falso, ele é cheio de ilusão. Da vou falar sim, da vou entregar o coração. Da vou espiar passeio, porque te amar secretivo. Секретив, да
céu tem estrela, sigo a Marte a ria, a mim já contar que mal é ser serei. Прекрасная пара. Партнеры обладают удивительными данными. Статные, высокие, красивые. А тут еще костюмеры Первого канала превзошли сами себя. Глаз не оторвать. Ну и, конечно, тренер Саша Жулин и хореографы, которые готовили этот номер вместе с ребятами, постарались. Да, невысокая скорость. Скорость исполнения подобрана под Настю Волочкову. Но ведь как здорово и как выразительно. Вот у Насти выразительные руки, и она всю историю этого любовного свидания рассказала нам своими руками. Мне очень понравилось. Спасибо огромное. Ну ладно, наверное. Главное, что на арабеске ножки так раз. Вот, ты. Я посередине. Давай, давай. Да. Красиво. И красиво все. Не, шляпа, она, знаешь, она... Ты так ее вальяжно, да? Анастасия Волочкова и Максим Маринин. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,96. Ну, два боковых судьи всегда ставят 6-0. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Ничего, высокие, хорошие оценки. Будет непросто. Мне костюмы красивые, все. Я считаю, что вне зависимости от ритма в латиноамериканской музыке есть все. Все, что бывает в отношениях между мужчиной и женщиной. Правда, Анна Николаевна? Как-то врасплох ты меня застала. Я вопрос сама в этом расплохе, интересный. Честное слово. Я с тобой соглашаюсь, но вот сейчас что меня поразило. Я даже испугалась, когда они начали танец. На такой скорости я вздрогнула. Думаю, сейчас по инерции и будет приледнение. Но не случилось. Вообще просто молодцы. А Анастасия Волочкова меня всегда интересует, всегда удивляет, всегда поражает, всегда радует, она необыкновенная, она яркая, она смелая, она ничего не боится, она молодец. Ну а партнер тоже замечательный. Я давно не видела Настю Волочкову, вспомнила сегодня, как несколько лет назад мы были у нее в гостях, и крошечная Аришка, ее дочка, двухлетняя тогда, делала какие-то па, вставала в какие-то позиции. Настя тогда для себя решала, отдавать ее в балет или нет. Я хочу спросить, Насть, ну что, нет, рискнете жизнью ребенка? Пощадите? По-моему, блестяще. Спасибо. Татьяна Анатольевна. Очень понравился номер. И мне показалось, что Настя очень хорошо актерски в нем жила. Я сняла десяточку за технику, потому что вот здесь на ботиночек наехали, вот тут прямо около меня. И вот там на арабеске немного качались. Согласна? Да. Арабеск красивый, но спинка, голеностоп, все это... Все это техника. Много интересных поддержек, много интересных переходов, кстати. Вот. И мне кажется, что все было очень страстно, музыкально. Очень красивый костюм. И Максим очень эмоциональный. И я его люблю, когда он вот такой вот разный. Он даже не похож здесь на парня абсолютно был. Настя, мне кажется, незаслуженно мало хороших слов прозвучало в адрес Максима. Поэтому я думаю, чтобы справедливость восторжествовала, ты должна сейчас сказать тронную речь.
Я действительно благодарю Максима. Самый лучший партнер, самый лучший помощник. И, конечно, человек, который меня поддерживает и морально, и физически. И для меня быть в этом проекте сегодня большая радость, потому что рядом добрые люди, самые добрые на свете. Рядом те люди, которых мы видим вот раз в неделю, но все равно слышать добрые слова в свой адрес всегда приятно. Я очень благодарна сегодня судьям, потому что, конечно, может быть, были у нас какие-то погрешности, но нас сегодня не обидели. Нам действительно говорили слова поддержки, одобрения, и нам есть к чему стремиться, мы понимаем. И я надеюсь, что Максим мне будет помогать в дальнейшем. Вот. Ну, разумеется. Максим, а какие бы слова вы хотели сказать тем людям, которые сейчас выйдут на лед после вас и будут с вами соревноваться, Ане и Повелосу? Безусловно, с пожеланием удачи, показать свое самое лучшее катание. И мы очень уважаем своих соперников. Без этого просто невозможно побеждать.